Здравствуйте, меня зовут Николай Хруженко, я основатель и руководитель компании «Странника». Это на сегодняшний день ведущий туроператор приключенческого отдыха. Суммарно я занимаюсь коммерческим туризмом около 13 лет, и до этого еще несколько лет занимался собственным развитием, ходил в путешествия, в спортивные походы, разные курсы проходил. И когда мне захотелось сделать это делом в своей жизни, то уже был некий опыт в организации хотя бы спортивных туров. Но, тем не менее, организация коммерческого мероприятия имеет массу нюансов. За годы работы мне пришлось очень много сделать ошибок. Я не идеален, я и сейчас, к сожалению, иногда совершаю ошибки, но хочу с вами поделиться опытом, чтобы вы их не совершали, рассказать про эти нюансы, которые будут у вас на пути. Суммарно за 13 лет я и моя команда сделали уже более 2500 всевозможных туров, кемп-лагерей, выездов, семинаров, каких только туров мне не приходилось организовывать. Контакты, они будут еще в конце, если вы захотите что-то написать, темы, которые я не раскрыл. И вот во второй строчке это школа туризма, как раз посвящена образовательному проекту, где я и делюсь своим накопленным опытом и знаниями. Компания «Странник» за свои годы сделала счастливыми уже более 18 тысяч туристов. Делаем мы туры по всему миру, но сейчас в основном, конечно, сконцентрировались на российских направлениях. Команда у меня большая, больше 100 человек. И вот вся эта работа по созданию организации туров, она, конечно, сейчас уже командная. И я вам буду рассказывать не только про свои ошибки, не только про свой опыт, а про опыт целой команды. Сначала туры с приключениями. И приключенческие туры. Давайте разделим эти понятия. Приключенческие туры, активные туры, авторские туры. Все то, где туристы, клиенты испытывают какие-то новые для себя эмоции, именно для себя. То есть для вас, может быть, постоять под водопадом – это абсолютно уже обыденная вещь, или сплав, или какой-то трекинг-прогулка. Но поверьте, для обычного туриста, который вчера еще сидел в офисе, ездил там на работу в метро. Здесь он оказывается в горах, дышит свежим воздухом, может попить воду из реки, зайти под водопад, подняться на гору, спуститься в пещеру. Для него это целый новый мир, целая новая жизнь. Это все приключения, ни с чем не сравнимые. Но не нужно устраивать людям туры с приключениями, да, такие, когда они вернулись и рассказывают: о, это был тур с такими приключениями, не надо, не для тебя. Приключения все должны быть запланированы, четко спланированы и организованы. Трудности, с которыми приходится сталкиваться при создании туров. Когда ты только начинаешь, очень много вопросов, много чего неясно, непонятно, некому подсказать. Я и сам когда-то начинал, и мне приходилось разбираться в большом количестве нюансов. Сегодняшняя наша встреча, она будет проходить не в формате, когда я просто рассказываю что-то по слайдам, а у нас сегодня будет такой мастер-класс, интерактив. Мы с вами вместе будем создавать авторский тур. Прямо вот на самом деле сегодня мы возьмем и какой-нибудь тур создадим. Для начала давайте вы мне скажете, с какими трудностями вам приходится встречаться, почему вы до сих пор не организуете свой авторский тур. Какие это трудности? Что вас пугает? Что останавливает? Не стесняйтесь. Да, говорите. Правовые моменты. Их много. Там следующий слайд, там будет очень много пунктов. Правовые моменты, то есть вы не знаете, как законно это делать. Еще. Набор группы. Продажа. То есть вас не смущает. Вы знаете, как создать, но вы переживаете, как продать. Еще. Все? Больше вас ничего не смущает? Что? Маршрут, где сами не были. То есть вы не знаете региона. То есть незнание, как сделать тур в том регионе, где вы никогда не были. Правильно. Еще. Сложности с перемещением. Как провести безопасно, да? То есть, хорошо, я разберусь с регионом, я продам, а как же это все провести? А как вернуть обратно? Вот, и не только отвезти, но еще и вернуть. Что вы сказали? Сложности с перемещением в сегодняшнем, в связи с ковидом, да? Сложности сейчас, ну, это скорее рабочие моменты, ну, да. Еще?
Дополнительное оборудование. Дополнительное оборудование, вложение, деньги. Да? То есть, потому что так или иначе, дополнительное же оборудование его можно купить. Но это вложение. Наверняка некоторых останавливает мысль, что в это нужно вкладываться. Еще какие трудности, какие вопросы у вас в самом начале возникают? Взаимодействие, а где их вообще найти, этих местных, да? И как с ними взаимодействовать так, чтобы они не подвели? Это транспортники, это размещение, это питание, это экскурсоводы, это коневоды, это там заброски на УАЗиках, на ГАЗ-66, это сплавщики, это там спелеологи, ну все кто угодно. То есть это все партнеры, подрядчики, с которыми приходится сначала найти, а потом с ними надо взаимодействовать. Еще. А с чего начать? С чего начать? Правильно. Собственно, вообще это первый вопрос у новичков. С чего начать? Так, давайте посмотрим, ничего ли мы не забыли. Незнание региона мы перечислили, найти партнеров, найти гидов. Причем, ну, есть организаторы авторских туров, которые не организуют, не проводят сами, а только организуют. Соответственно, они находят экскурсоводов, профессиональных инструкторов, которые будут вести группу. И это уже, ну, это я разделяю, да, вот партнеров-подрядчиков по транспорту и так далее, и гидов. Как продать правильно, как провести, где взять деньги. У тех, кто уже научился создавать, продавать, кто находится, ну, на следующей ступеньке, стоит вопрос, а как вырасти? Все, я 2-3 тура уже провел, я уже ничего не боюсь, но я хочу провести 20, 200, хочу, чтобы обороты выросли, хочу, чтобы компания росла. Как работать законно? Да, тут же возникают вопросы. Ну и еще миллион маленьких вопросов, которые сейчас тяжело вспомнить, но когда вы доходите, блин, а что дальше делать? Непонятно. Давайте по порядку. Я сегодня на нашей интерактивной встрече, мастер-классе, да, мы с вами многое вспомним, по многому пробежимся, но для того, чтобы вы не начали в конце засыпать, все-таки у нас есть ограничение, да, там часа полтора, час-полтора. Я, к сожалению, не успею дать максимально четкую инструкцию, вот такую, да, на нее нужно было мне день-два минимум. Но по основным пунктам мы совершенно точно с вами пробежимся. С чего начинаем? Все, мы с вами создаем авторский тур. Мы сегодня создаем авторский тур. Сходите? Да. Точно? Да. Все хотят? Прекрасно. Мы вряд ли сегодня на нем заработаем деньги, но мы его сегодня создаем. Вместе с вами. С чего начинаем? Как вы думаете? Маршрут. Маршрут. Правильно. Надо начать с маршрута. Описание идеи. Описание идеи, маршрут, идеи – это такие очень взаимосвязанные вещи. И прежде чем кому-то что-то рассказывать, да, нужно прийти к какой-то конкретике. И очень часто бывает, что идеи-то есть. Вот там то-то, то-то, приезжайте ко мне. Мне очень часто пишут, мне очень часто звонят и рассказывают про свои идеи. Но пока эта идея, этот ваш маршрут не дойдет до оформленного, сформулированного, четкого предложения, вот за вот этот маршрут с включенными вот такими услугами, с включенными вот такими экскурсиями, за вот такие деньги, вот в эти сроки вы не продадите. Поэтому это первый этап, 100%, по моему опыту, нужно от идеи прийти к сформированному предложению. Я предлагаю вам, нам, это сейчас и сделать. Поиск идеи. Здесь, знаете, я различаю таких два подхода. Про бизнес и про зов сердца. Так его назовем. Вот мне, когда мои сотрудники, региональные руководители, гиды, когда они мне звонят, вот знаете, еще ни разу мне не было, чтобы кто-то позвонил и сказал, я проанализировал рынок, спрос, провел опрос целевой аудитории, нам нужно сделать вот такой тур,
по такому региону, на вот такую целевую аудиторию, он нам принесет вот столько денег. То есть такой четкий аналитический бизнес-подход. Если мы хотим заниматься этим долго, если мы хотим сделать это основным доходом, если мы хотим, чтобы это было наше любимое дело, которое все-таки приносит нам деньги, нужно иногда помнить о бизнесе, о запросах. Я предлагаю пойти по сценарию все-таки от сердца. Сейчас мы не будем, да, анализировать. У меня есть образовательный проект «Школа». На ней я подробно рассказываю, как нужно анализировать. Как, от чего мы отталкиваемся. У меня есть один слайд на эту тематику. Когда мы думаем об новом маршруте, о новом авторском туре, вот об этой идее, вы берете так или иначе свой опыт. Как вы думаете, что опыт? Какой здесь может быть? Знание региона. Да, вряд ли вы вспомнили первое попавшееся слово и начали делать туда тур. Скорее всего, вы знаете Алтай, и вы начали делать тур по Алтай. Дальше вы берете, так или иначе, вы берете свои желания. Хочу сплав. И вы делаете сплав. Далее вы берете, можете ресурс, то есть это всегда пересечение, ресурсы. Вы не хотели сплав, ну у вас байдарки есть. Ну вы делаете, значит, сплав на байдарках. Или у вас есть какая-то уникальная локация в горах, куда доступ имеете только вы. Вот никого туда больше не пускают, а вас в этот заповедник пускают. Все, это ваш ресурс, вы делаете это уникальное путешествие по этому уникальному заповеднику. Или может там у вас там теща там, руководитель этого заповедника, никого не пускает, вас пускает. Так, маршрут. Начинаем делать маршрут, начинаем делать наш авторский тур. И как мы уже выяснили, начинать нужно с идеи, с маршрута. Предлагайте, куда мы будем делать наш авторский тур сегодня. Любой абсолютно регион. Давайте. Дагестан. Можем? Дагестан. Еще варианты. Курилы. Курилы. Еще. Кольский, Крым. Ну, я целиком и полностью за Алтай. Я прекрасно знаю этот регион. Все, определились на Алтае. Это регион, по крайней мере. В чем идея тура? Алтай. Что это будет за тур? Спортивный поход по Алтаю. Так, еще. Спортивный со сплавом. Пешком, на конях и на сплаве. Так, еще варианты. А? Трекинг. То есть никто не хочет делать автомобильный, все хотят делать такой именно комбинированный. Ну, давай, если никто не против, давайте делать комбинированный, так, чтобы были и лошадки, и сплав, и пешком трекинг. Так. По длительности. Какой это будет то? Сколько дней? 7 дней? 5. 7 приезд, 5 и 1 отъезд. То есть, соответственно, надо на сам тур заложить 12 дней. Хорошо. 10 дней супер активной части. Окей, у нас там средние между 7-12, где-то в районе 10. Мы примерно так. Примерно около 10 будет. Старт. Вообще, к вопросу у нас был слайд, да? С чего начать? Вот. Когда мы приступаем к этапу маршрут, ну, тоже вопрос, с чего начать? Если вы уже создавали туры, если вы уже опытный организатор, для вас это уже не проблема. Если вы только хотите начать, и вы не знаете, как к этому подступиться, то сначала нужно определить базовые критерии вашего путешествия. И к ним относится старт-финиш. Примерно как это будет выглядеть, там, кольцо, либо туда-обратно, либо там вы в одной точке стартуете, там насквозь проходите какой-то хребет, не знаю, там на Алтае стартуете, в Казахстане заканчиваете. Формат, что вы хотите в этом туре, и длительность. Далее начинается, я лично очень люблю все изображать на карте, для этого я использую Google карты. Кто-то может там взять распечатанную, обвести достопримечательности.
я это называю наполнение. То есть мы понимаем примерно, где, как, насколько. Мы далее определяемся, что у нас будет за наполнение, исходя из того, какой мы захотели тур. Вот мы захотели коняшек, сплав и трекинг. Где мы будем ходить? Где мы будем там совершать трекинг? В каких? В каком месте? На Шавлинских озерах. Никто не против? Или другие не знают Алтай? Хорошо, давайте Шавлинский. Можно от Кучерым до Акима. Либо в район Белухи, либо Шавлинские озера. У меня нету сейчас возможности, да, на Google карте это делать. Будем делать это на флипчарте. На доске. Где мы будем стартовать? Куда должен прилетать? Куда будет прилетать наш турист? В Барнаул. Или в Горно-Алтайск? Новосибирск. Вот. А сразу появляются вопросы, да, где лучше сделать старт и на основании чего лучше выбирать. Давайте остановимся на Горно-Алтайске, как на самой наиболее близкой точке к объектам, к достопримечательностям Алтая. Но чисто теоретически можно и на Барнауле. У меня есть здесь тоже лекцию, я читал об Алтае, что там посмотреть. Там я как раз рассказываю, что Новосибирск — это самый бюджетный вариант, но самый далекий. Горно-Алтайск, наоборот, да, самый близкий, но самый дорогой. Но по этому году достаточно все равно перспективный аэропорт. Начали пускать туда более дешевые рейсы. Очень часто формат маршрута, круговой или туда-обратно, он исходит из региона. И вот на Алтае не просто сделать кольцевой маршрут. Ну и так, как вы уже без меня, когда будете разрабатывать свой авторский тур в своем регионе? Вы берете карту, вы примерно понимаете, куда можно прилететь туристу, и далее рисуете то, что вы хотите показать. Мы в данном случае хотим показать Шавлинские озера. Они находятся, ну, давайте так, если здесь идет Чуйский тракт, да, то они находятся там, вот тут. Там мы хотим походить. Что мы еще хотим показать? Мы хотим сделать сплав. Наверное, сплав мы будем делать... Ну, мы понимаем, что мы хотим добавить сплав, и мы думаем, угу, здесь протекает там река Чуя, здесь Катунь. По какой реке мы будем сплавлять? Сколько дней мы будем сплавлять туристов? Три дня. Соответственно, либо мы знаем регион, либо мы консультируемся с местными специалистами, сводниками, которые этот тур организуют. У нас река будет зеленая. Да? Так. Как-то так у нас течет Катунь. И, по-моему, как-то так у нас течет Чуя. Да? Соответственно, удобный участок сплава для трехдневного сплава, он находится примерно вот здесь и заканчивается в Чимале. Ну, так как у вас есть вариант, да, вы можете здесь сплавить за три дня. Вы можете там, ну, здесь на час сплавить, здесь вы можете на пару деньков сплавить. То есть вы примерно понимаете возможности региона. Со сплавом более-менее разобрались. Покататься на лошадках. Долго ли мы будем кататься на лошадках? День, два, три, час. Полностью конный тур. Полдня. Полный не нужно. Три дня тоже нормально. Три дня мы катаемся на конях в Чимале. Три дня — это значит, что мы сели на лошадь, уехали далеко, переночевали, снова уехали, переночевали и вернулись. Именно вот такой формат. Хорошо, мы понимаем, что это можно сделать там в районе Чимала. Да, там с двумя ночевками получается три дня. Наверное, мы понимаем, что это можно сделать где-то в районе Шавлинских озер. Тоже с ночевками. Ну, если мы рассматриваем этот регион, да, то, пожалуй, именно многодневных здесь тяжело где-то еще добавить. То есть, скорее, это будет меньше, там, 1-2 дня.
Хорошо, а сколько мы будем ходить? Дней 5. И дней 5 будем ходить. Ну, ходить мы тоже будем на Шаолиньские озера. Так, давайте я их нарисую. Вот так. Значит, на Шаолиньских, в районе Шаолиньских озер мы ходим. Допустим, на лошадках мы ходим в районе Чимала. Что мы делаем дальше? То есть, когда мы понимаем, где мы стартуем, что, какое у нас наполнение программы, хотя бы примерно, мы начинаем это все дело интегрировать в один маршрут. С чего лучше начать? Со сплава, с трекинга или с лошадок? Трекинг. Лучше начать с трекинга. А почему? Потому что это сложнее, чем кони и сплав. А сплав лучше закончить. Ага, то есть вы придерживаетесь принципа сначала самое сложное и по упрощению эмоций. Какие есть еще предложения? Как нам между собой вот эти элементы, на основании чего мы это расставляем по маршруту? На основании инфраструктуры, где что находится. Ну, на основании логичности, логистики, да, то есть мы выстраиваем, ведь если мы сначала доехали до того места, где мы ходим, а потом доехали до места, где мы плывем, а потом доехали до места, где мы скачем, это в разы проигрывает туру, в котором мы дошли до места, где мы сплавились, и доплыли до места, где мы ушли на лошадях. Да? То есть даже на слух это проигрывает. Поэтому, учитывая, что течение реки у нас, ну, на нашей карте вверх, да, на север, значит, здесь мы в любом случае сплавляемся, и здесь у нас точно совершенно старт, здесь совершенно точно финиш. То есть, если мы начнем с лошадей, нам придется потом переезжать и потом снова сюда приходить. То есть, в любом случае, сплав у нас в серединке. Заканчиваем мы лошадками и начинаем мы с трекинга. То есть, нам логистика помогла. Если логистика нам не помогает, если это все на карте, знаете, логично. Ну, сейчас я... У нас тут старт. У нас есть один объект здесь, один здесь, один здесь, один здесь. Да, с чего начать? С чего угодно можно начинать, ехать. Как думаете, как нам расставить приоритеты между этими объектами? Если мы, у нас старт, финиш, здесь и старт, и финиш, и наш домик здесь. Все, мы тут живем, отсюда едем, катаемся. Петропавловск-Камчатский. Да, то есть мы туда и прилетели, там живем. На основании чего? Кульминационный момент эмоций, нарастание эмоций или уменьшение. Сначала самое крутое показываем? Ну, нет, наверное, позже. Сначала самое простенькое показываем, потому что если вы сразу покажете самый большой вулкан, все на него взойдут, а потом вы будете идти на маленький вулкан, люди скажут, ну зачем, мы уже были на самом большом. Поэтому здесь нужно с нарастанием эмоций. И есть еще фактор, кто-нибудь догадается, как можно это разместить? По какому принципу? Кроме нарастания эмоций. Доступность. Правильно. Значит, два даже фактора. Да? Во-первых, я бы сказал не экономия сил, я бы сказал акклиматизация. То есть, если мы сразу поведем на самое сложное, то ну, люди очень сильно устанут и уже не смогут дальше путешествовать. Может быть, не дай бог. Ну, они, скажем так, еще не втянулись в путешествия. Есть еще фактор, это подходит под любую погоду. То есть, если мы знаем, что у нас в регионе нестабильная погода, и у нас есть какой-то объект, который мы можем посетить в любую погоду, а какой-то только в солнечную, то и есть объекты, которые мы не можем менять. То есть, мы заранее забронировали прогулку на катере на этот день. Он только в этот день. Все, мы за полгода предоплатили, это пик сезона, мы никуда не переставим. Значит, мы, а если у нас две группы параллельно, и на одну и ту же дату не было двух катеров, то значит у нас он, то есть внешние силы нам подсказывают, когда что будет. А тот день, который мы можем подстроить под погоду, мы, соответственно, можем их менять в рамках тура. Так, возвращаемся к нашему авторскому туру.
Значит, после того, как мы поняли, что наш маршрут это сначала трекинг, значит, плюс здесь еще переезд, он в первый день, потом мы ходим дней 5 дней трекинга, да, потом мы немножечко переезжаем на сплав, сплавляемся, и желательно, чтобы со сплава мы сразу шли в конную прогулку. Вот, это прям будет очень логично, очень классно. Согласны? Вот. И после конной части, как вы думаете, сразу в аэропорт можно людей везти? Прям с коней? Прям на конях в аэропорт. Такого никогда еще не было ни у кого. Да, все будут, да еще и в Барнаул, да. Вот, все будут в шоке, это будет очень эпично, но нельзя так издеваться над людьми, нельзя делать последнюю ночь в палатке и потом аэропорт. Нужно, чтобы люди приняли душ, отдохнули, переночевали, переложили свои вещи, оделись в что-то чистое и уже не пугали никого в аэропорту. А то они еще спросят, а кто вам такой тур-то организовывал, что вы такие грязные чумазые приехали в аэропорт? Он там еще вам антирекламу устроит. Так, все, мы примерно поняли с маршрутом. Как вы думаете, что происходит дальше? Анализ. Анализ конкурентов? Да. Поиск поставщиков, подрядчиков. А для чего? Расчет. Правильно, расчет. Дальше нам нужно сделать расчет этого тура, чтобы с кем-то сравнить. Вообще, составление вот этого тура и анализ конкурентов, его можно совместить, вы можете посмотреть, как делают другие. Но я лично предпочитаю сначала сделать сам, чтобы как-то полностью выразить свои идеи, свои планы, потому что меня это немножечко сбивает, когда я посмотрел, как сделать у других, я сразу про это все время теперь вспоминаю, я буду думать, что это не я придумал, это я у кого-то подсмотрел. Поэтому я предпочитаю сначала свою идею как-то изложить, а потом уже идти смотреть анализ конкурента. Так, надо проверить, ничего ли мы не забыли. Значит, по маршруту определяемся с основными параметрами. Примерная длительность, тип проживания. Кстати, да, мы забыли определиться с типом проживания. То есть, когда мы задумываем, а какой же этот будет авторский тур, ну, нужно подумать, как будут жить наши туристы. Мы будем им везде делать домики, или можно комбинированные размещения, или вообще только на базе палаток. Ну, у нас уже так вышло, что оно у нас комбинированное, да? То есть, это даже скорее палатки, и в конце у нас размещение в гостинице. Почему это нужно сразу понять? Потому что если вы понимаете, что у вас домики только здесь, там и здесь, все, вы пляшете только от этого. Понятно. Точка старта, точка финиша. Определились. Наполнение. Ну, у нас сейчас такой тур, тут и лошади, и сплав, и трекинг. По сути, все равно. Не все равно, а все равно друг другу по эмоциям, по протяженности. Но если у нас драйвером путешествия были бы какие-то конкретные экскурсии, какое-то мероприятие, может быть, это вообще событийный тур, вы прилетаете ради там фестиваля кочевников на Алтай. Все, это у вас самое основное, вы подстраиваетесь под него. Он будет там вот здесь, вы, значит, вот тут будете жить, вы 3 дня будете здесь. Окей, нам нужно приехать так, чтобы люди успели выспаться, акклиматизироваться пораньше. Так, этот день, чтобы он не был скучным, давай свозим еще их сюда. Раз мы тут, грех не посмотреть вот это. Но мы начали с главного и немножечко пошли к меньшему. То есть вот этот принцип, когда вы занимаетесь планированием вашего маршрута, от главного к второстепенному, от большего к меньшему, можете добавлять. И потом мы интегрируем. Интегрируем переезды, перелеты, переходы. Но здесь у нас в туре нету перелетов. Когда я делал сложные туры, там, Австралия плюс Новая Зеландия, или прям, или только Австралия, или там Южная Америка, там без перелетов тяжело обойтись. Есть несколько принципов по наполнению путешествий. В общем-то, вы часть уже назвали. Это нарастание эмоций. Есть еще такой принцип «не судить по себе». Очень часто мы с вами, опытные путешественники, устали от водопадов, от каких-то, от вулканов. Ну, зачем я буду их в тур включать? Ну, ваши туристы, ваши клиенты не устали, они, может быть, ради этого и едут. Поэтому судите по запросам, судите по отзывам ваших туристов.
Предоставляйте выбор. Очень хорошо, если в какой-то, ну, в нашем туре тяжело предоставить выбор. А если у нас был бы один день с какой-то легкой экскурсионкой, то можно было бы полдня предоставить опции. Хотите сегодня, то есть, допустим, мы ездили в автобусе, все смотрели и ходили, а сегодня у нас по выбору. Кто хочет, может слетать на вертолете, кто хочет, может сплавиться, кто хочет, может на лошадках покататься. По выбору, то есть мы сразу охватываем больше целевой аудитории. И не урезаем себе целевую аудиторию, потому что если мы включили лошадей, а есть люди, которые категорически не приемлят перемещение на лошадях, то мы себе клиентскую целевую аудиторию уменьшили. Вариативность. Ну, здесь тяжело сделать вариативность с уровнем проживания, с выбором мероприятий мы тоже это обсудили. Про простоту реализации, что это такое? Вы должны еще подумать, если вы дали очень много вариантов, как вы всех этих людей развезете по всем этим гостиницам, по всем этим местам размещения и по всем этим экскурсиям, потом всех соберете. То есть нельзя слишком много давать вариантов, ну, исходя из логистики города, если у вас... Все четырехзвездочные отели находятся вот в этом конце, а все там хостелы вот в том, то вы будете очень долго ездить, человек собирать. Переезды. Нужно оценивать, насколько они длительные, сложные и оправданные. Длительность, сложность. Иногда переезд может быть очень коротким, там, всего 2-3 часа. И, казалось бы, можно туда-обратно сгонять на экскурсию и сделать это в один день. Но это нереально крутой серпантин. Соответственно, эти все, да еще и по плохой дороге. Соответственно, это очень сложный переезд, который нельзя вставлять в один день, ну, если есть другие варианты. Нужно либо приехать там пожить, еще что-то там сделать, либо проехать насквозь. То есть сделать все от вас возможное, чтобы этот переезд был только один раз у людей. Либо его вообще не было, да, там может перелететь, если это возможно. Ну, вот у меня есть примеров. В Южной Америке, в Патагонии, между национальными парками, там пересечение границы, плюс там переезд вообще чуть-чуть, но он очень долгий. То есть, опять же, длительность прохождения паспортного контроля на границе увеличивает этот переезд, поэтому мы не можем, да, вернуться обратно в другую страну, потому что там более удобный аэропорт, и из него перелететь. Мы там по-другому решаем этот вопрос. Оправданность. Если вы очень-очень-очень-очень долго везете людей до какого-то объекта, поверьте, они себе уже там такого нафантазируют. Они будут думать, что ну там, ну сейчас, ну такой наикрутейший водопад. Ну вот, ну, или там такой классный вид. Если он не оправдает их ожидания, то вам это выскажут, даже не сомневайтесь. Перелеты. Если страна далекая, там Южная Америка, Австралия, люди уже и так устали от перелетов, постарайтесь минимизировать и количество пересадок, ну, вообще, чтобы их было минимум-минимум. Да, это удобней с точки зрения того, что вы сразу можете там всю страну показать, но вы тогда планируете свой маршрут так, чтобы минимум приходилось перелетать. По поводу удобства перелетов еще тоже многие забывают, опять же, к вопросу ошибок. Откуда я знаю, что перелеты должны стартовать не в 7 утра, и вы не должны прилетать в 11 вечера? Потому что мне об этом рассказали когда-то туристы, которые прилетели, гиды, которые прилетели, все поздно, приехали в отель, не успели поужинать или там рано приходилось вставать. То есть, планируя путешествие, это все задача организатора, который планирует вот этот тур, продумать наперед. Угу. Если вылет в 8 утра, во сколько людям нужно будет встать, позавтракать и доехать до аэропорта? Ну, как правило, это часа 3 нужно закладывать. То есть, самые ранние вылеты лучше делать там, на 11 часов хотя бы. Но, опять же, нужно смотреть дальше. Должна быть оправданность. То есть, если вы по какой-то причине сделали вылет в 5 утра, на это должна быть очень веская причина. Там других вылетов нет. Иначе, не знаю, там вот мы не успеем там на что-то, и это нельзя сделать в другой день. Это не должна быть ни в коем случае, тут перелет дешевле, я меньшую стоимость включу в тур.
Нет, люди с утра 200 раз заплатят и 50, и 100 долларов лишних за то, чтобы там поспать 4 часа и вообще вот в своем путешествии отдыхать, а не устраивать гонку. Так, переходим к расчетам нашего путешествия. Кстати, давайте дадим ему название. Что у нас будет за тур? Предлагайте. Ну же, комбинированный конно-пеший сплав по Алтаю. Как вы думаете вообще, из каких принципов нужно исходить, когда вы даете название? Было понятно, что кому понятно? Потребителю что должно быть понятно? Что он из себя представляет. И название должно привлекать. А можете привести пример привлекательного названия? Я не знаю, может быть, это будет экстрим тур по Алтаю, и люди, которые... Что привлекает название экстрим тур по Алтаю? Экстрим. Оно привлекает. Экстрим. Хорошо. Если мы скажем тур жемчужина Алтая. Звезда Алтая. Краски Алтая. Да? Вот. Это, во-первых, очень избито, во-вторых, это название не говорит, кроме того, что это на Алтае, да, больше это ни о чем не говорит про тур. Поэтому вы абсолютно правильно заметили, что название должно немножечко расшифровывать, рассказывать нам, что же будет в путешествии. Ну, у нас не экстрим, да, у нас конно-пешеводный такой комбинированный тур, как мы его назовем? Три в одном. Так, Алтай три в одном? Алтайский микс. Кони. Кони, люди. Смотрите, можно, знаете, пойти там по принципу три стихии. Вот, ну как бы это не совсем стихия, кони. Вот, ну окей, давайте... Ну, это, знаете, это уже люди будут догадываться, что же это было такое. Можно на хайпе. На хайпе. Кстати, очень интересно, да, действительно, иногда можно название дать на хайпе. А что мы можем дать на хайпе? Идея хорошая, но... Давайте, например, вот Дзюбу сейчас... Ну да, смотрите... Мечты Дзюбы оболтая. Мечты Дзюбы оболтая. Смотрите, у хайпа есть минус. Он все-таки временный. И если вы этот тур, ну, если, и вы не знаете, сколько он продлится, если этот хайп на месяц, а вам тур продавать полгода, вы сейчас продаете летний тур на Алтай, то хайп закончится, и уже никто не вспомнит. Что, корона? Ну, это вот как раз корона Алтая к вопросу там золотой Алтай и так далее, краски Алтая. Так, как мы называем наш авторский тур по Алтаю? Что, какие вы предложения больше всего понравились? Ну? Давайте, смелее. Да, три в одном тоже пойдет. Три в одном. Да, три в одном тоже. Я бы назвал Алтай тогда вот три в одном. И все-таки в скобочках какую-то расшифровку. Там кони, сплав, трекинг. Чтобы еще люди понимали, на что они едут. Ведь правильно. В названии... Хорошо использовать какие-то слова, подсказывающие о уровне физической нагрузки, но при этом, чтобы название было вот не вот такое. Значит, мой совет начинающим организаторам перебирать не в голове, а писать или печатать. То есть, когда вы эти варианты свои начинаете писать, у вас лучше уже укладывается, лишние слова сами отбрасываются, и вы приходите к хорошему названию. То есть, просто так сидеть, как назвать, можно вечно сидеть. Начните писать, пойдет быстрее. Все, Алтай 3 в одном, кони, сплав, трекинг. Нам нужно его рассчитать. Почем мы его будем продавать? Почем? В зависимости от расходов. В зависимости от расходов. А где взять расходы? Посчитать. Я помимо презентации в конце расскажу, как получить табличку, которой пользуюсь лично я. Я когда... Сам столкнулся с этой проблемой, что нужно рассчитывать, постоянно нужно рассчитывать. А, опять же, сколько будет человек в группе? 2, 3, 5, мы не определились. Как вы думаете, какой размер группы мы будем делать? 15, 10?
А чем обусловлено? От чего мы исходим, когда мы делаем, определяем размер группы? Но тут вопрос, на чем мы передвигаемся? От транспорта. Правильно, в зависимости от того, на каком мы транспорте. Еще какие-то есть у нас ограничивающие факторы? Не уйти в минус. То есть, ну мы же можем любую цену поставить. Мы можем даже этот тур делать для двоих, но просто очень дорого. Да, то есть цена должна быть конкурентоспособная. То есть с этим пунктом мы столкнемся чуть дальше, когда пойдем к анализу конкурентов. Транспорт. Хорошо, предположим, мы берем 20-местник. Но... Вот, расчет на 20. Гиды мы будем где-то сажать? Значит, уже 19. Вот, а вещи, значит, соответственно, у нас... плюс себя, уже 18 клиентов. Какие еще? Фотографа. Вот 15 как раз получится. А вы какие туры делаете? На САПах. На САПах? Просто есть... туры, которые вот как раз с фотографом, с поваром. Ну, экипировка еще тоже место в машине занимает. Правильно. Помимо транспорта, что нас ограничивает? Экипировка. У нас всего 3 байдарки. Ну, или там, не знаю, у нас 3 лошади. Да? То есть количество лошадей, количество плавсредств. И инструктор, который может управлять комфортно только каким-то количеством людей. Смотрите, есть еще такой фактор, про него не надо забывать, это комфорт группы. То есть мы сейчас все перечислили, мы думаем о себе, чтобы нам было выгодно, да, чтобы окупилось, побольше людей посадить и так далее. Но нужно думать о людях, и вы с этим фактором встретитесь на анализе конкурентов, когда вы увидите, что все водят по 8, по 12 человек, рассказывают, что у нас мини-группа, особенно это популярно сейчас в мини-группах водить, и вы тут со своей тусой в 20 человек, или вы там на этапе расчета, нифига себе, сколько я заработаю, если автобус 40 человек привезу, круто, да? Но у вас, вы столкнетесь с проблемой продажи. Потому что мало кто сейчас хочет путешествовать большими автобусами. Ну, на Байкал мы, например, сейчас делаем тур по льду Байкала. 8 человек. Коньки факультативно. Там УАЗы, Хивусы. То есть такая простая программа. Там можно покататься, можно в гольф поиграть. Что там только можно. Там и в прорубь прыгаем. Но мы делаем это в маленькой группе, потому что сейчас это запрос рынка. Поехать в мини-группе. Так, мы на каком останавливаемся числе? 10? А почему вы считаете 10? Много, да? Нет, 12. 12. Я тоже голосовал бы за 12. То есть, во-первых, вы можете в 15-местный такой транспорт сесть. И, ну, 10 маловато, 12... Количество палаток, средств, много что заточено под это. Так вот, когда мы делаем расчет, мы хотим, чтобы набралось 12, но может набраться и 11, и 10, и 9, и нам нужно видеть картину, какую же нам поставить цену, чтобы нам не уйти в минус, при какое количество, потому что в групповом туризме есть правило, это тоже из моих ошибок, когда-то давно, нельзя устанавливать цену в зависимости от каких-то условий. Предложение конечное должно быть максимально простое и понятно клиенту, конечному клиенту. Поэтому, если будет столько, то столько, если будет столько, если слишком много, если человек вас не купит. Поэтому мы ставим конкретную цену, и мы понимаем, что мы можем столько вести при таком количестве людей. Так вот, я сделал таблицу, в которой это все сразу видно, я всем вам ее пришлю, там в конце презентации я расскажу, что для этого нужно сделать, куда мне написать, и я вам пришлю эту таблицу. Сейчас давайте, ну, попробуем в уме посчитать. Нам нужны расходы. Как? Здесь мы сразу сталкиваемся, у нас на первом слайде, там в самом начале были сложности, с которыми сталкивается начинающий организатор, он не знает, с чего начать. И одна из них, это как раз здесь. Окей, все, я маршрут составил, фух, как мне его рассчитать, где мне найти этих сплавщиков, где мне найти этих коней, где мне найти гида. Слава богу, в нашем веке это можно сделать через интернет. Есть
ну, три классических способа создания тура. Да? Первый это перепродажа чужих туров, мы его не будем сейчас рассматривать. Вот два вторых, это вы все делаете сами. Вообще любой тур это, как правило, четыре составляющих. Это вам нужно людей довести, транспортная компания, кто-то людей должен сопровождать. Если предусматривает формат вашего тура, ваша целевая аудитория требует, чтобы их не только сопровождали, но и кормили, фотографировали, мух отмахивали, то сопровождающий персонал. Вы где-то должны размещать либо на базе палаток и питания. В нашем случае есть еще дополнительные сплавщики и коневоды, да? Как правило, это как раз подрядчики. Где-то их нужно найти. Если у вас не получается выйти на них в интернете, через знакомых, через турбазы, через местных жителей, если вы из Москвы делаете тур на Алтай, да, и вам тяжело, то 100% вы можете обратиться в турфирмы, можете обратиться во все турфирмы с одним и тем же запросом. Так или иначе, вам дадут цены. Вы прям конкретно говорите, значит, мне нужно в этот день перевезти сюда, в такой-то день там перевести здесь, в такой-то здесь. Все, вы получаете расценки. Мне нужно здесь сплавить, здесь коняшек и так далее. Вы получите цены, но если вы сделали это все напрямую, то, скорее всего, вы получите либо себестоимость, либо, если вы регулярно заказываете, получите еще скидки. Ну, по крайней мере, на проживание точно. Если вы делаете через агентство, на вас накрутят 10-30% примерно. Ну, если вы раскидали в 20 агентств, получили конкретные коммерческие предложения, то вы увидите разницу, выберете по цене и по уровню доверия, потому что здесь очень важно, может, вам одно и то же предлагают за одни и те же деньги, но вопрос в качестве, кто гарантирует. И я рекомендую, если вы только начинаете, если вы ищете партнеров, на начальном этапе, после того, как вы отобрали 3-4 компании, с которыми, скорее всего, вы будете работать, с ними со всеми и начинайте работать. Составляйте договора, обсуждайте условия, просчитывайте. Как мне подсказывает опыт, в течение недели-двух месяца общения у вас сложится впечатление об этих партнерах. Как быстро отвечают, насколько они гибкие, насколько они готовы прописать свои гарантии и обязательства в договоре, насколько они готовы отвечать за свои действия. И если у вас, вы выиграли какой-то конкурс, вы организуете какой-то VIP-комби-тур, у вас реально едет 40 человек, какой-нибудь корпоратив, какой-нибудь крупной компании, у вас нереальные бюджеты, вы должны все это прописать в договоре, да, что там штраф, если не приедет конь, там, серьезный штраф. И делаем расчет, давайте. У нас здесь какие услуги? Транспорт, гид, работа гида сопровождающего, сплав, кони. Ну, давайте начнем с этого. Транспорт. Значит, из Горно-Алтайска до старта программы обойдется примерно в районе, 20-25 тысяч. Да, 25, плюс потом здесь переезд. Смотрите, если вы будете работать с горно-алтайскими ребятами, то за вот этот переезд после трека с вас возьмут за вот эту всю дорогу и обратно. Поэтому лучше здесь найти транспорт поближе. То есть вы, первый раз, когда вы будете, для вас это может быть новость, когда это будет ваш 20-й, 30-й, 100-й тур, который вы будете делать, вы уже четко понимаете, что вы всегда платите за все переезды. Соответственно, где база транспортника? Ищем базу в районе Чибита. Вот этот подъезд, я думаю, что минимум за него возьмут десятку, потому что это неудобно, особенно если будет неплохой транспорт. Вот. Здесь до Горно-Алтайска все попроще, здесь очень много транспорта. Давайте тоже десяточку заложим, чтобы вас отвезли в гостиницу, в аэропорт. То есть, итого мы имеем групповую трату 45 тысяч. Если нас будет 5 человек, мы все равно платим 45 тысяч. Если нас будет 10,
Мы все равно платим 45, это групповая трата. Единственное, какое может быть исключение, вы можете занять 8-местный транспорт на группу поменьше. Так, гид. Ну, сколько у нас получается, мы за день переезжаем, потом 5 дней ходим, трекаем. Давайте мы не будем вдаваться в подробности прям маршрута. Предположим, что там нет заповедника, там нет никаких плат. То есть мы просто 5 дней ходим. Значит, это 6 дней. Наверное, вечером переедем, переночуем. Плюс 3 дня сплава. Это уже 9. И еще 3 дня здесь. На 11-й. 11 дней у нас будет в туре. Кстати, давайте запишем 11 дней. Значит, гиду за 11 дней, ну, хотя бы 44 тысячи нужно заплатить, по 4 тысячи в день. Нет возражений? Еще 44. Ну, можно дать там по 5, если у нас добавляется, если у нас 2 гида, то есть если у нас группа, здесь идет 18 человек, я очень не рекомендовал бы ее водить в одиночку. У нас было бы уже 2 гида. Если у нас 12, то один гид вполне справляется. Сплавщики. У нас 3 дня сплава. Со сплавом история следующая. Вы можете либо закупать свое снаряжение, все это туда везти, организовывать, потом где-то хранить, либо просто взять и обратиться к сплавщикам, которые все для вас делают, и они вам объявляют цену. Там столько-то с человека, либо там столько-то за 3 дня, за 12 человек. Я, к сожалению, сейчас на память не помню, но я предполагаю, что трехдневный сплав с питанием, с проживанием, с плавсредствами, со всей этой историей обойдется, ну, примерно, ну, где-то 12 тысяч человека. Вот так, навскидочку. Есть возражения, нет? Кто-то занимался профессионально сплавами? 15 стоит 3 дня. 15 стоит 3 дня. Прекрасно. Я сейчас на память не помню, спасибо. 15 тысяч. Кони. У нас... Мы 3 дня идем, соответственно, это 3 кона дня. Кона день на Алтай стоит примерно 1200-1500 в зависимости от локации. Ну, давайте возьмем 1500, потому что там есть еще коневоды. 3 дня, значит, это 3600. Ну, 4. Давайте возьмем 4, да, хорошо. Да, 4,5. Да, если от 1,5, да, берем 4,5. Причем это на человека. И вот это тоже на человека. То есть это у нас групповые траты. Это на человека. Что мы забыли? Еда. Правильно. Мы должны сплавщики, все, им отдаем просто за 15, они нас кормят. Здесь и здесь мы должны людей кормить. 5 дней плюс 8 дней. В среднем... Мы говорим про походное питание. Как думаете, сколько обойдется походное питание? 300-350 на что? Человека день. Ну, это правильный расчет, да. То есть в зависимости от того, насколько большая группа и насколько много там ананасов, красной икры, рябчиков и всего прочего. Давайте возьмем по 500 рублей. Да, будем с рябчиками. Значит, 8 дней – это 4000 на человека, опять же. Что еще забыли? Палатки наши. Палатки будут наши. Значит, либо мы вкладываемся и их покупаем, у нас амортизация, либо мы берем их в аренду. У меня просто палаток, вот, я их уже не считаю, но вы абсолютно правильно сказали, что либо мы их покупаем, либо арендуем. Сколько мы заложим на палатки, на амортизацию? Давайте 1000 рублей на человека заложим. Не против? Да, на снаряжение. Итого, что у нас получается? Последняя ночь. Домик перед вылетом.
с баней, со всеми делами, с праздничным ужином. Ну, давайте посчитаем 3000 на человека. То есть где-то 2000 будет размещение в номере за 4000, там плюс банька, ужин, еще 3 на человека. Итого 4, 7, 11500 плюс 15 получается 26500 у нас человека точно. И ну, 90, порядка там 90 тысяч у нас групповые траты. То есть как это выглядит? Если мы 90 тысяч будем делить на 10, да, то это 9 плюс 24500, получается 33500 у нас только себестоимость этого всего нашего мероприятия. 33500. Почему я сейчас мы считаем, грубо говоря, на пальцах? В таблице я сделал так, что вы видите на любое количество человек, какая у вас картина. Нам нужно дать обязательно точную цену, несмотря на то, что у нас минимум, мы не знаем пока минимум, у нас максимум 12 человек. Я обычно делаю следующим образом. Если я вижу по расчетам, что там минимум 5 человек, максимум 12, то я смотрю, какую мне нужно дать цену на серединку, где-то на 9 человек. Ну, там, на 9, на 10, чтобы чуть больше там зарабатывать, да, если у нас полная группа, и не уходить в минус там, до 5 человек. Здесь это только затраты. Нужно понять, сколько мы в это закладываем, да, сколько наша прибыль. Как думаете, какая накрутка? Нет, мы сначала мы идем на анализ конкурентов уже с нашей готовой ценой. Сколько накладываем? 10%, 20%, 30%, 40%, 50%? 50%. 50%, отлично. Значит, мы... есть код возражения по 50%? 50% накидываем? 50 нормально, да? Ну, отлично. Ну, понимаете, это должно нравиться не только вам, это должно нравиться вашим клиентам. Значит, если мы накинем 50%, то наша цена получается ну, где-то порядка 47 тысяч. Да? Все, давайте. Вот у нас тур 47 тысяч. Много, да? Собственно, дальше мы переходим к анализу конкурентов с вот этой ценой. Мы начинаем искать похожие туры. Не всегда удается найти точно в копейку такие же. Это не значит, что не нужно делать анализ конкурентов. Здесь нужно просто смотреть шире, как смотрит клиент. Клиент идет, смотрит, о, тур на Алтай. Постольку, так. И, в принципе, у него через какое-то время складывается картинка. Угу, если это поход, то он, в принципе, стоит около 30-35. Если это автомобильный тур, то он стоит где-то примерно 50-60-70. Просто складываются такие эмоции. Дальше у вас и вода, и лошади, и трекинг. С кем себя сравнить? Почем примерно водник найдет для себя путешествие на Алтае? Вы понимаете, что он там за воду отдаст, там, не знаю, 40. А законные путешествия в основном 50, потому что конные туры очень дорогие. А пешие, наоборот, там 20-25, может даже обойтись путешествие. То есть, когда вы не можете сравнить, найти прям себе аналогов, а в этой ситуации, это как раз будет именно та ситуация, вам тяжело будет, то вы смотрите, в принципе, картину по рынку. И помимо цены, на что еще нужно обратить внимание? Есть так называемая маркетинговая цена. Очень многие могут ставить без трансферов, там, без еды, без гида, без ничего. Ну, вот для данного случая это тяжело применимо. Если мы берем что-то стандартное, что есть у всех абсолютно есть там ну, пеший тур к Шавлинским озерам. Очень многие делают старт здесь и не включают вот этот пробег. Все. Мы включили, и они уже выигрывают нас по цене перед клиентом. Да, клиент потом увидит, посчитает, поймет, но он может не вспомнить про вас и не вернуться. Он может увидеть у вас, там, вы ставили цену за 30, а все по 20, без трансфера.
И он на ком-то из по 20 все-таки остановился, купил у него, доплатил за этот же трансфер, у него получилось 32, но он про вас уже не вспомнил. Поэтому здесь, ну, про анализ конкурентов я на школе рассказываю достаточно много, по всем параметрам, по длительности, по маршруту, по приемам. Ну, предположим, что это был бы стандартный, более-менее стандартный маршрут, все бы так делали. На что следует обратить внимание? Может быть, абсолютно все. Что вы можете заметить? Что все абсолютно сначала делают сплав, потом трекинг, потом кони. И вот все, как один. Очень рекомендую выяснить, почему. Позвонить, узнать тайного покупателя, поиграть. И как-то выяснить, вероятно, на это есть какая-то причина. Ну, либо просто все дураки, а вы самый умный. Ну, пример понятен. Далее, помимо маршрута, цены, очень рекомендую обращать внимание на фишки, на подачу, на какие-то интересные места, интересные объекты, которые они прям показывают на первый план, вытаскивают, а вы, может быть, даже знать про это не знали. Вы у них это увидели, почитали, нифига себе, уже полгода как это есть, я про это не знаю, конечно же, взяли там, вставили в свой тур, обязательно там по пути с трекинга сюда заезжаем там на петроглифы. Вот, все, и мало того, что у нас три, там, четыре в одном сделали, еще и там культурная какая-нибудь составляющая. Или там во время, там, какая-нибудь пещера обвалилась, может, в пещеру там, да, попасть. То есть вы подсматриваете то, чего не знали. Это абсолютно нормально, нет с чем изобретать велосипед, можно и подсмотреть. Так, по анализу конкурентов, для чего мы смотрели фишечки? Так или иначе, мы приходим к УТП, универсальное торговое предложение, упаковка, подача предложений, можно как угодно это называть. И смысл в том, что в этот момент мы как-то должны вот это все презентовать нашему потенциальному клиенту. Как мы это будем делать и как мы вообще будем продавать наше путешествие? Как мы будем упаковывать? Какие есть варианты? Ну, давайте, смелее. С учетом своих, наверное, возможностей. С учетом возможностей, так. Сети у нас есть, как бы, а дальше уже продукт, во что мы упакуем. Во что? Ну, какие варианты есть упаковать этот продукт? Есть. На сайт повесить. Повесить на сайт. У вас нет сайта. Инстаграм. Делаем просто на своей страничке описание по дням. Это лучше, чем ничего. Сделать. Что? Сайт на Тильде будет. Сделать одностраничный сайт на Тильде. Это самый простой вариант. Правильно, еще? В агрегатор закинуть. Закинуть в агрегатор. Там уже есть все инструменты для того, чтобы красиво представить ваш тур. Еще? Да, банально, создать группу ВК. Создать группу ВКонтакте, ну, то есть в социальной сети взять все описать. Более простые, еще такой же простой способ, как с социальными сетями. Что закинуть? Составить описание. PDF-ку. Элементарно в Google документе, в Word, презентацию какую-то с фотографиями, что будет, в какой день, сколько это будет стоить, когда это будет происходить, как это купить. В любой какой-то формат вы это делаете. То есть это, ну, УТП, знаете, такое уже достаточно избитый термин, я его на самом деле не очень люблю. В чем суть? Если клиент пошел выбирать, начал гуглить, там, смотреть, натыкаться на вас в Инстаграме, ну, то есть искать, когда он увидит ваше предложение, то есть может сначала он увидит Алтай 3 в одном, это уже какой-то мини-УТП, 3 в одном, не просто так, кони, сплав, трекинг, класс. УТП очень важно, когда у вас практически такой же тур, как у других. Ну, не знаю, путешествие по подножию Белухи. Вот все хотят, с вами сходят один-два раза люди на Алтай, вот в это путешествие скажут, а что есть еще? Вот я на Белуху хочу, все водят на Белуху, и я хочу, только хочу с вами. И вы, ну, может, вы даже открещиваетесь, ну, ладно, сделаю, как все.
И вам нужно как-то дистанцироваться от других организаторов. Не знаю, путешествие подножия Белухи, люкс на вертолете, на сапах, с сапами в руках, да-да, или там без сапов. Будет интрига, нифига себе, как это без сапов. Или там все включено, или там на конях. То есть, и название, ну, это мелочь, да. Дальше, когда человек к вам заходит на страничку, получает от вас вот эту PDF-ку, собственно, там вы должны ему в первую очередь дать свои отличительные особенности, почему он именно с вами должен поехать на Белуху, да. У нас там, вот у нас, например, там есть свой собственный базовый лагерь. Мы вот это в первую очередь показываем, что вы не просто стоите на озере, а в собственном базовом лагере, у вас есть всегда дрова, у вас там чистый туалет, у вас стационарные, там штабная палатка, то есть вы ничего это не обустраиваете, вы приходите, сразу просто живете, гуляете. Вот мы так дистанцировались. Ну, в данном случае редкий тур, на самом деле, мало кто так делает, но история прикольная. Поэтому дистанцироваться здесь не нужно. Здесь скорее мы, когда будем смотреть средние цены по Алтаю, увидим, что за 47 нам сложно будет продать много групп. Одну мы наберем. По сарафанному радио, по друзьям, по старым клиентам. А 47 наберем. Дальше сделать таких групп, там, не знаю, 20 за сезон будет сложновато. Как продать? Наше конкретно сформулированное предложение мы где-то разместили. Если есть возможность сделать сайт на Тильде, там есть куча уроков. Причем, если мы говорим про бизнес, то на первом этапе, в самом начале, желательно не вкладываться. Не вкладывать своих денег. Не отдавать кучу денег там, за какой-то супер-мега-сайт и долго его делать. Постараться сделать каким-то простыми инструментами, ну, в PDF-ке, я думаю, все умеют работать. Может, не все умеют найти фрилансер за 1500, чтобы сделать одностраничник. Да, надо знать, где можно действительно за 1500, ну, там, до 5000, в принципе, вполне реально найти фрилансера, который вам сделает одностраничник. Во-первых, чтобы что-то сделать, да, нужно что-то делать. Вот здесь мы уже продвинулись гораздо дальше, чем многие. Мы уже сделали продукт. Вот можно говорить, ой, там не могу фрилансер найти, еще что-то. Просто сядьте и изложите все, что вы сделали, напланировали, в один Google документ. Просто напишите, что вот так, вот так, вот так. Добавьте пары фото. Это точно будет лучше, чем ничего. Если вы хотите хоть как-то дальше продвинуться. Так, как мы продаем? Рынок устроен, как вы думаете, как мы продаем? Давайте. Мы расположили это все в своем инстаграме, сказали все своим друзьям. Ну, они посмотрели и не решили не отдавать 47 тысяч рублей. Что мы еще можем сделать? Вкладывать деньги. Ну, давайте предположим, вкладывать деньги немножко попроще, более-менее все эти инструменты знают. Что мы можем делать, не вкладывая деньги? Имея PDF-ку, имея одностраничник, который мы сами там по видеоучителям сделали, или еще какие-то способы. Как мы можем продать на что? Через друзей. Мы с друзьям всем сказали, ну, пришел один человек, все. А нам нужно еще 11. На форумы закинуть. Закинуть на форумы тематические, то есть уже не друзья, а сообщество, где можно бесплатно рассказать об этом. Еще варианты. Прийти в спортмарафон и прочитать лекцию про свой замечательный тур «Алтай 3 в одном», рассказать его отличительные стороны. Да, это продаж. Предлагать перепродать. Ну, не перепродать, а просто... Тем самым операторам, с которыми строили отношения на плане того, чтобы... Тем операторам местным, чаще, ну да, в общем-то, тем фирмам, которые это делают, да. Но смотрите, сейчас у нас чуть позже я расскажу про юридическую основу этой перепродажи. То есть взаимодействие, это классическое называется туроператор, турагентство. Да? То есть туроператор создал, турагентство продало. Если вы на этот момент еще не туроператор, это ну, не вот так, это не сложно, но это вот не очень быстро, то турагентство скажет, а где гарантии, почему я должен вас продавать, у вас нет туроператорской лицензии. С агрегаторами в этот момент гораздо проще.
Еще способы. Без денег. Закинули в сообщество, в группы, в форумы, пришли в спортмарафон, выступили. Там, не знаю, 5 человек продалось. Ну, после спортмарафона больше продастся. Ну, 11 все мы набрали. Одного где еще найти? Какие еще есть бесплатные способы? Смотрите, можно акцию, но это все... Да, акцию рано. У вас в туре есть кони, сплав и пешеходные прогулки. Что из этого вы можете легко организовать у себя в городе бесплатно? Пешеходную прогулку по лесу, поход выходного дня, где вы расскажете, что вы, какой вы классный, что вы едете летом на Алтай. Вот в такой офигенский тур. То есть это бесплатно. Ну, для вас это будет стоить проезд туда, ну, максимум там чай, не знаю, и то, если это бесплатно, вы сказали, там, возьмите что-нибудь к чаю. То есть мини такой поход выходного дня. Можете это сделать в формате байдарок, можете это сделать в формате конной прогулки, ну, за какую-то символическую плату, но людям гораздо проще будет отдать 1000-2 за ПВД, чем 47 тысяч за тур никому-то неизвестным. То есть это такая мини-презентация. Теперь переходим к платным инструментам, как мы можем продать тур. Какие? Много. Это соцсети, платная реклама, Яндекс, Google. Ну, это все платная реклама. Устроена она следующим образом, если кто-то не знает. Тот, кто видит это объявление, кликает и переходит на ваш УТП, на вашу страничку, ну, на какой-то ресурс, где он может поподробнее ознакомиться с вашим предложением. Это может быть формат... даже там WhatsApp иногда, чата, где человек может позадавать вопросы, ему пришлют презентацию. Это может быть объявление текстовое, это может быть какой-то видеоролик, который человек ничего не набирал, но он попадает в вашу целевую аудиторию, и ему реклама это показывает. Какой-нибудь там слайд-шоу или какой-то видеоролик вы, может быть, сами сняли или где-то купили за небольшие деньги. Он заинтересовался, перешел, смотрит. В чем отличительная особенность этого способа? Купил он или не купил, вы за это уже заплатили свои деньги. С агрегаторами, вот как здесь был приведен пример правильно, вы платите за продажу. Вам клиента привели, вернее, клиент уже купил, вам пересылают деньги и удерживают часть комиссии. То есть вы получите не 47 тысяч, ну, как правило, в приключенческом туризме принято 10-15% с вас удержат. Даже иногда некоторые региональные туроператоры дают до 20%, потому что продукт тяжело продавать, стоимость приведения клиента высокая достаточно, и сейчас у нас тур хороший, с него, в общем-то, 10% это неплохо, 4700, а если тур стоит 12 тысяч, то с него даже 20% как это смешная сумма. А если там еще и рюкзак нужно таскать и самому себе готовить, то еще придется доплачивать людям, чтобы купили. Поэтому на этапе расчета вот здесь лучше заложить рекламу и налог. Да, мы про это забыли, никто про это не сказал, а про это не сказали, да, но без налогов куда? То есть мы здесь должны заложить в расчет налог, рекламу и свою наценку. Ну, так как вы предложили 50%, я в уме прикинул, что это сюда вполне себе войдет. Потому что классически нормальный по рынку считается наценка около 30%. И как раз где-то 10-15-20% уйдет на рекламу, на налог. Соответственно, от агрегатора, ну, вам придет уже не 47, а за вычетом 4700, либо если 15% и больше. Какие еще есть платные способы продать? Ну, провести то же самое мероприятие, поход выходного дня, но за свой счет. То есть люди понимают, что пеший поход выходного дня, он и так бесплатный. А если вы делаете сплав бесплатно или конную прогулку бесплатно, да, то это какой-то бонус. То есть вы вкладываете свои, но небольшие. Офлайн реклама работает хорошо, если вы работаете постоянно с какой-то аудиторией, вы что-то им преподаете, вы преподаете йогу, верховую езду,
скандинавскую ходьбу, и вы можете рассказать, что летом вы идете не просто на трекинг со скандинавской ходьбой там, да, в горах Алтая, а еще там вот это и вот это, пойдемте со мной. В основном это, конечно, онлайн-реклама. Про партнеров. Так вот, агентство, чтобы они захотели с вами работать, они должны быть уверены в вашей гарантии. Как правило, это юридическая правовая форма ООО и туроператорская лицензия. Про агрегаторы мы поговорили. Лидеры мнений могут работать по двум сценариям. Один, вы мне даете деньги, я вас рекламлю, результат меня не интересует. Это опять к вопросу, вы сначала вложились. Но если мы говорим про старт, если вы не уверены, наберете, не наберете, заработаете, не заработаете, вам лучше с точки зрения бизнеса сначала не вкладываться, то старайтесь договориться на какой-то процент от продажи. Это делается обычно через промокод. Вас блогер рекламирует, дополнительная скидка по промокоду, клиент от этого блогера к вам приходит, и вы за каждое ему отдаете. Сарафанное радио, разумеется, оно идет только после того, как вы уже делаете не первый ваш тур. Друзья, знакомые, небольшие мероприятия, про это я сказал. Финансовые юридические вопросы. Так вот, после того, как мы привели наших клиентов на нашу страничку посадочную, нам нужно продать. Как мы будем взаимодействовать, собственно, с клиентом? Какие вопросы здесь нужно рассмотреть? Самый важный. Оплата. Как мы будем получать от него деньги? Как он нам переведет? Ну, сейчас перевод на карточку Сбербанка и на коленке – это примерно одно и то же. В общем-то, современную молодежь это уже даже какое-то раздражение некое вызывает. Налоговая система сейчас более чем щадящая. И та простота покупки, тот объем продаж, который вы получаете, имея на сайте эквайринг, с лихвой перекрывает вложение в рекламу и экономия на налогах. По организационно-правовой форме. У меня там есть большой урок, где я раскрываю все эти вопросы, потому что, когда вы только начинаете, когда вы окунаетесь, вопросов миллион. Что можно, что нельзя. А что будет за это? Что будет за это? Закон о защите прав потребителей. Закон об основах туристской деятельности, финансово-бухгалтерский налоговый учет. Если очень-очень коротко, глобально три правовых, организационно-правовых формы. Самозанятый, ИП, ООО. С ООшкой сложнее всего, но только ООшка может быть туроператором. Что такое туроператор? Это доверие, это возможность работать с агентствами, это абсолютно полная легальность, прозрачность и открытость, но здесь есть свои нюансы по более сложный бухгалтерский учет и необходимость офиса, юридического адреса, там подачи всех этих документов и более серьезная ответственность. ИПшки и самозанятые. Это, ну, честно скажу, такой легально-полулегальный способ, в каких моментах он легален. Если вы сам гид-организатор, который здесь людей встретил, и работаете как инструктор-проводник. Есть классификация, инструктор спортивный тренер, можно купить ИП и патент на этот вид деятельности и самому проводить эти туры, сопровождать. То есть вы получаете как, ну, как будто вы за инструкторскую деятельность. Как вот платят тренерам в парке за занятия, да, точно так же и здесь. Если вы организатор, который все вот это вот сделал, придумал, вы туда не едете, там работает какой-то наемный гид, работают какие-то подрядчики, то это организация туристического продукта, и вы должны быть туроператором. Что за что и как? Подробно я у себя на школе рассказываю. Так, выбрали перед тем, как мы хотим взять деньги с клиента. Что у вас попросит клиент? Договор. Правильно. Договор с клиентом чаще всего нужен клиенту.
он волнуется, переживает. Если вы, а вы точно абсолютно порядочный человек, который не мечтает просто денег заработать, куда-то свалить, а вы хотите заниматься любимым делом, организовывать вот эти прекрасные туры, дарить эти прекрасные, замечательные эмоции туристам, то все, что нужно вам в договоре с туристом, то, что вы прописали, программа будет вот такая. И она стоит вот столько. И если вдруг в туре кто-то забыл, простите, а нам рябчиков обещали. Вот договор где? Да, то есть там это нужно прописать. А я точно вспомню, у вас на сайте было, что мы сначала на конях, а потом от этого всего моемся на сплаве. Нет, вот программа, вот маршрут. Вот, то есть вам, для вас это подстраховка того, что вы обещали за вот эти деньги. Все. Для клиента это тоже спокойствие, гарантия. Есть способы более современные взаимодействия по договору, договор оферты. Есть по старинке распечатать, подписать. Соответственно, вы можете встретиться, снять офис, встретиться в офисе. Это лучше работает на дорогостоящих турах. На дешевых программах вы можете и в коворкинге где-то с людьми встретиться. В принципе, в современных реальностях очень хорошо работает и просто онлайн. Сейчас, я боюсь, мы не успеем рассмотреть еще и договор с партнерами. Работа с претензиями, к сожалению, если вы где-то накосячили, у вас могут быть претензии. Здесь основной совет. Старайтесь договориться с клиентами до суда. Полюбовно найти компромисс в сложившейся ситуации. Проведение. Все, мы набрали участников, мы получили от них денег. Получили по эквайрингу, да, эквайринг на сайте, кстати, у нас есть 1%, тоже можете потом написать, я расскажу, как себе сделать 1% эквайринг. Как вы думаете, как мы будем проводить, что мы делаем дальше? Проведение, с чего начинаем? Ведь кто уже организовывал туры, да, вы, наверное, еще их и проводили. И для вас, ну, для меня тоже, ну, проведение, все нормально. Я уверен, я помню себя, когда я готовил свое первое путешествие, я готовился к нему просто, я не знаю, как на войну. Я перерыл кучу отчетов, кучу отзывов, все досконально продублировал, переписал, перепроверил. Сейчас уже с этим гораздо проще. Да, кто ни разу еще не организовывал? Есть такая проблема? Сложно решиться провести? Сложно. Как вы думаете, с чего начинается проведение вообще? Вот, как вы будете проводить путешествие свое авторское? Вот это. Встреча участников. А до встречи? Предоплата все. Возможно, за... Вы собрали предоплату. Нет. Партнерами, те, кто будет предоставлять там, лошадей. Да. Местными. Вы начинаете готовить перед проведением. Есть очень большой этап, про который многие забывают. Вот вы сейчас начали про него рассказывать. Подготовка. На этом этапе вы взаимодействуете со своими партнерами. Вы им предоплачиваете, заключаете договора, берете с них гарантии какие-то, да, что лошадки приедут, иначе штраф. Вы закупаете продукты. Вы находите, арендуете палатки, то есть вот это все на этапе подготовки тура. Что еще можно отнести к этапу подготовки? Кроме подготовки тура. Информационная поддержка клиента. Подготовка туристов, да, чтобы они знали, что здесь на трекинге может ночью быть ноль или минус. Что здесь на сплаве они могут тоже промокнуть и в снег попасть, и то, что лошадка будет идти и там, где крутой наклон, спуск и по обрывистым участкам, то есть психологически, морально их подготовить, то, что там где-то не будет дороги, им придется ехать в пыли, то, что у них будет походное питание и безглютеновое блюдо, будет достаточно сложно для них обеспечить. То есть узнать их потребности, узнать их физическую форму, помочь им подготовиться морально, физически и технически, я бы сказал, да, то есть чтобы у них было все необходимое снаряжение с собой на все эти участки. То есть мы готовим тур, готовим клиентов. Все, это основное. Теперь по туру, по проведению. Готовим тур туристов. Смотрите, в путешествии могут случиться нештатные ситуации, совершенно точно.
И их можно просчитать. Есть такая карта рисков, согласно которой, пройдя поэтапно по каждому пункту, можно предположить, что же может случиться у нас в путешествии. Давайте вот в нашем путешествии, как считаете, реально просчитать риски путешествия? Реально, да? Какие у нас здесь могут быть риски? Перелом, травма. Травма, и после того, как мы риск поняли, ну, это же мало, да, просто его понять, нужно понять, как его не допустить и что делать, если он все-таки произошел. Как мы можем не допустить перелом, травму у участников или минимизировать их? Максимально проинформировать про снаряжение и экипировку и проконтролировать, что действительно человек вышел на трек не в сланцах, не в кроссовках. Это обязанность гида. Провести обучение, как правильно ходить на спуске, на подъеме в сложных участках, обратить внимание на эти опасности. Провести технику, ну, банальный инструктаж техники безопасности. Правильно. Если вдруг что-то случилось, то мы должны понять, как мы будем вытаскивать этого человека, эвакуировать, просчитать риски финансовые, заложить страховку, то есть подстелить себе соломку и, разумеется, там зарегистрироваться в МЧС, понять, как, если мы, он сломал ногу возле автобуса, да, проблем гораздо меньше, чем если он сломал себе там где-то в серединке этого участка. То есть мы просчитываем в самых худших событиях, что мы будем делать. Тогда в более простых мы решим гораздо проще. Еще какие риски помимо травм участников? Подвели подрядчики, да, кто-то не пришел, кто-то не приехал, да, не то количество судов. Еще? Болезнь, отравление. Ну, это, скорее всего, к травмам. К травмы, болезни. Еще? Сломался транспорт. Вообще, вот проблема с подрядчиками, да, она может быть на этапе старта чего-то не случилось, или произошла проблема непосредственно в туре. И конкретно в туре это еще хуже, чем не приехал транспорт. Да, мы в цивилизации всегда как-то можем решить другой транспорт. Найти другую лошадь быстро тяжелее, но все равно это гораздо легче, чем если у нас одна лошадь, не дай бог, убежит там ночью, и мы останемся без лошади, или там не привязали рафт, и он уплыл. Да, это уже экстренный случай. Еще? Погода. Уровень, давайте так, внешние факторы, погодные, климатические, это и ухудшение видимости, непонятно куда идти, то есть экстремальная ситуация, она может привести к, в лучшем случае, она приведет просто к получению меньшего удовольствия от процесса. Идет дождь, вы на сплаве, да, или вы поднялись на гору, у вас туман. В худшем случае она препятствует прохождению маршрута, вам необходимо его тогда скорректировать. То есть, ну, такая непогода, или там сель размыл дорогу, вы не можете как-то пройти. Соответственно, вы должны продумать запасные пути, если, но опять же, нужно продумать вероятность. Насколько вероятно, что это произойдет. Если вероятность очень маленькая, вообще это просто, ну, там, вымышленно, ну, можно там, уже там в конце, в качестве хохмы придумать, о чем будем делать, если вот так, там, если снежного человека встретим. Вот. Сначала мы начинаем разрабатывать те ситуации, которые очень вероятны. Поломка ноги, не дай бог, да, травма какая-то. Еще есть какие-то... отсутствие туриста. Ну, это скорее рабочий момент. Отказался от участия в процессе. Да. Или я не пойду, мне конь натирает, как бы, я не пойду, пойду рядом, вопрос, что наконец-то преодолеваешь там 30 и больше километров. Ну, это его проблема. Да, но тем не менее, проблема организатора – это эвакуация человека, в принципе, это сравни с травмой, да, то есть примерно те же самые мы предпринимаем действия, что и при травме. Аналогично алкогольное опьянение, да, чрезмерное употребление травмы, да, взаимодействие нежелательное с местными жителями. Себе замена. Вот
ситуация может быть, что гид, ну, то есть организатор, что-то случилось с организатором. Да, очень... Да, если, не дай бог, что-то случилось с гидом, ну, в текущей ситуации, к сожалению, заболел ковидом. Ну, и ему, не, ну, это, допустим, у нас с нами уже полгода, да, и еще, может быть, неизвестно сколько. И вот в этом сезоне, например, это была острая проблема у организаторов, потому что мало того, что он не может продолжать путешествие, его нужно изолировать. И желательно изолировать всех тех, с кем он коммуницировал. То есть, прям, ну, большая проблема. Как прислать туда другого гида, другой транспорт? Да, то есть, если у вас какой-то транспорт здесь вез с этим гидом, да, и теперь он выяснилось, да, что там заболевание, то должен уже приехать другой транспорт. Ну, то есть, целая история. Вот, в общем, вы поняли, что это можно предугадать, можно просчитать, и можно сесть и подумать заранее в спокойной ситуации. Потому что, поверьте, если у вас льет дождь, если у вас сломал палатку, не знаю, медведь его пришел, разодрал, и вот сидеть думать, блин, что делать, гораздо сложнее принять верное решение, чем в спокойной обстановке вместе за чаепитием. Так. На что еще следует обратить, что следует продумать в момент подготовки? Контроль ситуации и помощь с большой земли. Очень часто начинающие организаторы забывают про это, взяли людей и поехали. Что-то случилось, им некому позвонить. Никто не знает, по какому маршруту они будут идти. Нету копий страховки, нету копий там, спасательных служб, нет понимания, как этим людям помочь. То есть он там, маме он позвонил, сказал, что я там, нам нужна помощь. Но мама не знает, что сделать с этим. То есть должен быть специально подготовленный сотрудник, который знает ваш маршрут, сидел на вашем обсуждении карты рисков и знает, что вы решали, в каких ситуациях что делать, этих нештатных. Ну и, знаете, залогом успеха, я считаю, у профессионального гида, инструктора, это предвидеть проблемы. Очень обязательно инструктор должен уметь решать проблемы, но еще более высокий уровень профессионализма у инструктора считается у того, у которого нет проблем, потому что он их предвидит. Не потому что он такой фартовый, вот прям фартанул, ни разу ничего не случалось, а потому что он предвидит. Он видит межличностные отношения, то есть он психолог, да, он понимает, что здесь назревает конфликт и там разводит людей. Он сплочает команду, он распределяет равномерно нагрузку по маршруту, он заботится о там, банальных нюансах, которые могут ему завтра, послезавтра помешать. Ну, не знаю, там, мозоль. То есть он заставляет людей снять элементарно ботинки, просто посидеть на привале, отдохнуть, чтобы ну, не натерлись те же самые мозоли, да, а сам еще зашел, посмотрел, так, опа, красные, ну-ка, Вася, тащи аптечку, будем перебинтовывать. Так, да. Расходы на минимизацию риска закладываются в стоимость? Расходы на минимизацию риска, что имеется в виду? Допустим, мы предусмотрели, что возможно то, все, пятое, десятое, и новый транспорт заказать. Хороший вопрос. Смотрите, на этапе подготовки вы должны действительно запланировать некую резервную сумму на нештатную ситуацию. Вы должны ее запланировать, у гида она должна быть, и, если что, должны ее быстро прислать. У нас были ситуации, когда нам приходилось, ну, там, и 200, и 300 тысяч резко взять и найти, чтобы решить какую-то проблему, замену билетов, новый транспорт, залог за что-то, более дорогостоящее размещение найти. Это нужно продумать, правильный абсолютно вопрос. Это, знаете, скорее не в этой цене, это у организатора профессионального и скорее понимание рисков, что такое может быть, да, должен формироваться какой-то резервный капитал, который в случае чего можно вытащить. Ну, чаще всего сначала это прибыль. А давайте посчитаем, да, у нас 12 человек. У кого калькулятор? Умножьте, пожалуйста, 47 тысяч на 12. Сколько это будет, да? Там что-то типа 470 плюс... 564. Сколько? 564. 564 тысячи, а теперь 564 тысячи умножите, ну, хотя бы, давайте, на 25%.
Вот у вас 141, это ваш резервный капитал для начала, это ваша прибыль, которую вы здесь... То есть если вычесть налог, вычесть рекламу, кому-то, может, там акцию устроили, ну, 25 ваши, все, вот лежат уже, это ваш резерв. Не тратьте раньше времени. Хороший вопрос, спасибо. Так, ну, про подстелить соломку я сказал. То есть все, что мы делаем на подготовительном этапе, просчитываем риски, это все мы подстилаем себе соломку. Так, если вы провели это путешествие и не хотите делать это последний раз, а хотите делать это в дальнейшем, и хотите, чтобы туристы испытывали удовольствие от того, чем вы занимаетесь, и вам, у вас проходило все это гораздо проще, проанализируйте, как все прошло. В аналитику я рекомендую включать, ну, анализировать качество. Для меня это прям первый пункт, насколько качественно прошло путешествие. Причем я сначала опрашиваю сотрудников, которые сопровождали, и они мне рассказывают все нюансы, которые были. А только потом я спрашиваю у туристов. Если сделать наоборот, то туристы могут выплеснуть на вас там все лишние эмоции, а если вы сразу извинились за там лошадь, которая убежала, дичайше извиняемся, мы разберемся с коноводами, то клиент, когда получает от вас опросник уже с объяснением про лошадь, ну чисто гипотетически, да, у него уже другой абсолютно уровень отношения к вам. То есть вы уже знаете про проблему, вы уже извиняетесь, вы уже априори занялись этим вопросом. Спасибо вам большое. А то я вам хотел там про эту лошадь рассказать. Я как раз шел пешком 30 км в день. Но опять же, коневод может всегда идти 30 км в день. Так, финансы. Надо посмотреть, заработали мы то, что... обещали, то, что себе рассчитали, или нет. Сделать выводы, исходя из первых двух пунктов. И самое главное, не забыть сделать. Да? Как любые коучи-тренера, да, на своих выступлениях говорят, чтобы что-то делать, нужно что-то, чтобы что-то сделать, нужно что-то делать. Вот выводы, которые вы поняли из первых двух пунктов, обязательно примените, зайдите в ту PDF-ку, поправьте описание, зайдите в расчеты. И примените. Так, вот так у нас выглядит картина в целом. После того, как мы сформировали предложение, мы его продаем, подготавливаемся, проводим, анализируем. Сразу хочу... Так, как вы считаете, сложно? Вот, да, у нас мастер-класс. Сложно было? Кто новичок? Ну, кто опытный, наверное, вам уже... постоянно этим занимаетесь. Кто пришел сюда, чтобы научиться создавать авторские путешествия? Я вас напугал? Нет? Сложно? Сложно? Есть вопросы? Да. Есть вопрос, но в целом реально. Вы просто представляешь, что за этим все на самом деле стоит? Есть еще, конечно, очень много, да, нюансов, но давайте так. Нужно... Это сложный маршрут. Это прям сложное путешествие для начинающих. Нужно начинать с гораздо более простых вещей. Это стационарный тур с одним... размещением и экскурсиями сюда. Если вы психолог, фитнес-тренер, йог, у вас здесь йога-выезд и парочку выездов. Все, это ваш первый тур на старт, самый простой. Вы его сделаете, уже почувствуете себя увереннее. Дальше уже будете что-то добавлять. О чем хочется предупредить? Это очень заразная штука. Вот если выкинуть отсюда все эти элементы, да, то это будет пакетный тур. Да? Прилетели, пожили, улетели. Это, знаете, все равно, что чайники продавать. Это не вставляет вообще никак. А вот когда 12 человек вернутся отсюда, и каждый живыми, счастливыми, довольными, они вернутся вообще другими людьми. Они будут вам писать, рассказывать, делиться эмоциями. Кто-то в таких путешествиях находит себе друзей на всю жизнь, кто-то семью, кто-то, к сожалению, разводится, да, потому что это еще и проверка на прочность. Чаще всего для организаторов это все уже, ну, походим, ну, сплавимся, ну, покатаемся, да. Но для клиентов это просто лучшее путешествие в их жизни. И когда они вам дают обратную связь за вашу работу вот в таком формате, это ни с чем не сравнимо. Я уже не могу и не смогу точно никогда заняться чем-то другим, кроме вот организации путешествий, потому что, ну,
это не тот уровень обратной связи от своей работы, от проделанной работы, к которому я привык. Я вас предупреждаю, просто если вы вдруг хотите в это окунуться, да, то вы тоже окунетесь в это на всю жизнь. Будьте внимательны и осторожны. Я, соответственно, для того, чтобы счастливы были не только вы от заработанных денег, но и вот ваши клиенты, создал обучающий курс, бизнес-школу, в которой я рассказываю все нюансы, как выстроить маршрут, как с чего попроще начать, где не ошибиться, рассказываю про все свои ошибки, которые я понаделал за все эти годы. Соответственно, бизнес-школа – это мой авторский проект, который я задумал еще год назад, наверное, и вот уже полгода он существует. Я там пошагово рассказываю обо всех этапах создания, планирование, упаковки, продажи, долго, подробно, как говорят отзывы, интересно, как проводить все эти туры, как проводить один, как проводить параллельно, как проводить сотни туров параллельно. Вы делаете домашнее задание каждую неделю, поэтапно, да, по созданию своего первого тура, либо ко мне приходят и коллеги, которые уже там тоже давно занимаются организацией, при этом все равно хотят расти, то есть они там что-то новое запускают. Проверяю домашние задания, ну вот из отзывов мне больше всего понравилось, одна ученица сказала, что ты не просто даешь теоретическую базу, ты еще рассказываешь, чего вообще с этим всем делать, исходя из опыта и практики. Там 8 модулей, 33 онлайн-урока, который я выдаю раз в неделю в онлайн-формате. Можете зайти посмотреть. И в конце делайте домашнее задание. Соответственно, там есть полный обзор рынка, как выбрать нишу, от чего мы отталкиваемся, как нам вложиться минимум, сколько мы на этом всем заработаем. Рассказываю, как создать идеальное предложение, как проанализировать ту самую целевую аудиторию, про то, что может привести нас к созданию такого желанного путешествия, идеального, которое будет очень легко продать. Рассказываю, какие подходы помогут вам сделать путешествие, которое зайдет, которое легко будет продать. Маркетинг и продажи. Я здесь практически не затронул тему маркетинга. Это, знаете, не совсем только вот взял и продал. Это скорее прям весь комплекс, начиная от того, что вы создали то, что вас просят клиент, то, что у вас запрашивает рынок, и на этапе продажи оно и продалось. Прям гораздо проще. Потому что реально у всех очень частая проблема, у тех, кто начинает заниматься организацией, все, вот, вроде сделали, не могут продать. Да? Кто-то говорил, с какими проблемами сталкиваются, не могут продать. Очень часто проблема продажи не в рекламщике, не в рекламе, а в продукте. То есть то, что вы предлагаете, люди не хотят либо за эти деньги, либо в таком формате. Ну, самый частый пример, самая частая ошибка. Вы делаете какую-нибудь дорогую программу с крутыми услугами, с квадроциклами, с снегоходами, если это зимний формат. Ну, давайте летний возьмем формат. Там катаетесь на лошадках, вставляете дорогие услуги, катер, вертолет, квадроциклы, и при этом хотите, чтобы люди жили в палатках. Ну, у вас не купят те, кто готов заплатить за этот тур там 70, 80, 100 и больше с размещением в палатках. Вы должны переезжать между домиками, и не просто домиками, а офигенскими домиками. Значит, это такое сочетание несочетаемых вещей. Рассказываю очень подробно про все юридические вопросы, даю, кстати, договора с клиентами, даю договора с партнерами, рассказываю, как создавать не один тур, а все-таки строить бизнес на организации этих туров, как ищутся гиды, как ищутся сотрудники, как ищутся партнеры, как с ними нужно взаимодействовать, чтобы они не подводили, на какие... что нужно прописать в договорах и все, что с этим связано. Рассказываю про систематизацию бизнеса и про удаленку. Да? Сейчас, наверное, этим мало кого можно удивить, но тем не менее здесь очень большим количеством сотрудников приходится управлять на удаленке. Рассказываю про проведение, про подготовку, про безопасность в турах
и про аналитику, про все, ну, в маркетинге я рассказываю про все, все, что касается CTR-ов, лидогенерации. Я сейчас вам не стал всем этим мозг грузить, да, иначе бы я вас еще сильнее испугал. Про все, что, с чем вы сталкиваетесь на этапах, ну, на всех этапах. А на этапе аналитики, когда у вас один тур, ну, достаточно просто его проанализировать. Когда у вас их десяток, если вы рассматриваете еще несколько регионов, то там очень много параметров. И у меня попросили коллеги, которые приходили ко мне на школу. То есть у меня школа, она в основном для тех, кто начинает, либо уже начал, ну, там, с оборотом до 10 миллионов, то есть какой-то начальный этап. А для тех, кто дальше уже продвинулся, да, там, с оборотами там, 40, 50, 100 миллионов, у них все равно возникают вопросы, как расти дальше, какие точки роста найти. Я для них записал такой уже более серьезный продвинутый модуль, он отдельно особняком стоит. Там я уже рассказываю и про оптимизацию финансовых расходов, и про систему авторекрутинга, и про как экономить в масштабах. Ну, когда у вас, не знаю, за сезон на транспорт в одном регионе у нас, ну, там, 5 миллионов. То есть это абсолютно нормальный контракт с транспортниками на 5 миллионов. Но он же может быть на 4,5, если у нас транспорт не будет туда-обратно ходить. Да, 500 000 раз и сэкономили. И так, в общем-то, везде и с проживанием, и с питанием, везде можно экономить. Рассказываю, как удержать команду, потому что когда вы начинаете делать такие туры во всех регионах, то у вас вырастает команда, которая, к сожалению, очень часто по опыту, вот, у меня, слава богу, такого не произошло, я очень много на это потратил сил, но частые истории, что гиды, организаторы уходят в свободное плавание, да, кто в этой теме наверняка знает. Как не допустить вот такого раскола? Так, для кого? Ну, я уже немножечко рассказал, то есть для всех, кто мечтает связать свою жизнь с организацией путешествий, я это делаю. У меня сейчас стартует 4-й поток этой школы, он стартует завтра, 16 числа. В принципе, где-то раз в 1,5-2 месяца поток стартует с учениками, он проходит в онлайн-формате, длится 2 месяца, 8 модулей, соответственно, каждую неделю по модулю выходит. Так. Как получить шаблон и стоимость расчетов? Значит, мой инстаграм Николай Странник. Вы можете мне либо написать в директ, либо можете сфотографировать меня и в сторис, как вам удобно. Я не прошу, чтобы это не хотите, можно просто в директ мне написать, рассказать, что вам понравилось, что не понравилось, что бы вы хотели еще услышать из обучения, как, что вам интересно. Ну, то есть такую обратную связь о мастер-классе. И я вам в ответ пришлю и таблицу расчетов, и эту презентацию. Так, что касается школы, как записаться, есть сайт школатуризма.рф, там и подробное описание школы, и когда она стартует, и сколько она стоит. Я сейчас цены не хочу озвучивать, потому что видео будет жить в интернете, и, соответственно, со временем это может быть не актуально. Школа стоит совершенно точно дешевле, чем ошибки, которые вы совершите, и она будет подстегивать вас выполнить домашнее задание, продвинуться вперед, потому что очень часто, если рассказал что-то бесплатно, вот здесь выступил, народ домой пришел и забил на все это. А в формате такой онлайн-лекции, в формате обратной связи, четкого дедлайна, когда вы четко должны сделать домашнее задание, которое я возьму и проверю, дам вам обратную связь, скажу, что вот тут лучше сделаю вот так, вот тут ты здесь в расчетах накосячил, вот здесь вот это. Вся информация на школетуризма.рф. Там есть курс для организаторов. Мой инстаграм Николай Странник. Да, все. Вопросы? Да. Я вам пришлю, то есть вы мне напишите в Николай Странник, и я вам пришлю ссылочку, там будет и таблица расчетов, и эта презентация. Нету вопросов. Я все рассказал. Прекрасно. Что хотелось бы вам пожелать? Организую авторские путешествия. Не забывайте, для кого вы это делаете. Делайте не только для себя. Вы делаете это для людей. Они должны быть счастливы. Поэтому внимательно относитесь
к планированию, к подготовке, к проведению ваших путешествий. Вот. Все, спасибо. Спасибо.